Дорогие мои зрители, всем огромный привет! Сегодня у меня на канале будет для вас очень полезный кулинарный лайфхак, который касается лимона. Лимон, как все знают, очень полезный фрукт. Этот фрукт очень необходим нашему организму, особенно в зимнее время года. Поэтому, что мы делаем? Для того, чтобы наш лимон быстро не портился, а вы знаете, что он очень быстро портится, даже если хранить в холодильнике. Поэтому я предлагаю такой вариант. Значит, помыли, очень хорошо помыли лимон, желательно губкой. Дальше берем и, ну, можно вот так даже, разрезаем его на такие небольшие кусочки. И я предлагаю лимон заморозить, друзья. Так, значит, смотрите, лимон разрезали, вот примерно вот такие вот кусочки должны быть, да? И помещаем наш лимон в форму для льда. Вот я взяла две вот такие формы, одна у меня такая, как клубникообразная, другая вот обычная, да? Просто помещаем, сколько поместится, ну, допустим, три дольки хватит, да? Три кусочка. Ну, вот так оставим. Зальем водой обычной, питьевой, холодной, и морозилку. Этот лимон можно использовать для чая. Например, вы торопитесь на работу, а чай горячий. Что делать? Закинули пару кубиков такого льда, и полезный чай, и прохладный чай. Ну, конечно, не прохладный, а такой тепленький становится. И все, друзья. День, заполненный витаминами, особенно витамином С, нам обеспечен.